Нельзя. Можно. Нельзя, это я. Можно, говорю. А я говорю, нельзя. А я говорю, можно. Свете администратор. Вам администратор идет, все сразу объясняю. А почему нельзя-то? А мне сказали, что нельзя. Кто вам сказал? Вот иди на регистре и спроси там. По закону Российской Федерации я имею право снимать. Особо не интересуюсь. На будущее 29-я статья можно снимать. Здравствуйте, уберите, пожалуйста, камеру. Не уберу. Нет, вы без моего ведома не имеете не права уберу. Снимать. Не имею меня. Права. Нет, пожалуйста. Я вас не снимаю, я снимаю. Пожалуйста, они меня уже сняли. Я не уберу камеру, что делаете? Выходите, пожалуйста. Я не выйду. Выходите, пожалуйста. Я не выйду. Уже в интернете даже специально снимают артикула, а потом воруют наши вещи в артикулу. Я снимаю. Нельзя, тебе говорят, что можно. Нельзя. Я что делаю сейчас, я выкину тебя отсюда. Выкинешь? Да. Серьезно? Да. А почему нельзя-то снимать? Нельзя. Почему нельзя? Что с ним делать? Выдвайте подмогу, пусть их выводят. У нас есть инструкции. Фотографирование каких-либо объектов, да. Здесь вот еще помещений запрещено. В одежде, ради бога, так, снимайте себя, померили. А по закону Российской Федерации я имею право снимать. Вот у нас в инструкции охраны это написано, понимаете? Чё? Выходи из магазина! Чё? Ты чё делаешь? Выходи из магазина! Я не выйду с магазина! Снимай! Смотри, чё делает! Снимай из магазина! Чё делаешь-то? Снимай! Ты чё делаешь? Я заявление напишу на тебя! Пиши, хоть ты путь я пиши, хорошо? Снимай это всё! Снимай мне! Снимай! Что за беспредел вообще? Кто тебе разрешил, чтобы в магазин заходить? Я имею право снимать! Я тебе не разрешаю! Ты кто такой? Я охраняю магазин, не а имею я... права... У меня ты право тебя... По закону Российской Федерации я имею право снимать! Закон России неправильно закон! Руки убери! Руки. Нет! В смысле неправильно? Вот Россия для тебя ничего? Ничего! Убери руки! Ты мужик? Слышишь? Да, говори. Парень? Да. Отпусти руки. Да. Ты в курсе, что я сейчас заявление напишу на тебя? Иди, пиши, я здесь! Успокойся. Чего ты к нему пристала? Я? Да. Что? Снимай, что нет? Выходите из магазина, потом вам договоримся. Даня, заходи, Даня. Вы имеете право, вызывай полицию. Вызывай. Парень, не вызывай полицию. Да, вызывай полицию. Даня, вызывай. Алло. Меня кинули два раза. Кого? Меня. Где? Все зафиксировано. Что зафиксировано? И что? Вот скажи мне, и что? Вас и что? Кто ты разрешал кто такой, снимать? Что, ты кто такой, чтобы я меня я охранник магазина. Охранник магазина? Да. Вы вообще можете... Он просто показать... взял на меня... Так, ты что, еще и меня будешь пихать, что ли? Я тебе сейчас так пихну. Серьезно, давайте. Да. Скажите, давайте. Вам что надо там? Вы что, подходите ко мне? Для вот себя. Для давайте на выход. Не выйду. Я полицию жду. Я никому не мешаю. Беспредел. Вы что, меня трогать будете? Буду трогать. А ты кто? А кто? Во-первых, не ты, что а делаешь? Вы, понял? Давай его. Снимай! Нет. Руки уберите! Руки уберите! Что вы делаете? Саша смена подойдет. Они едут? Даня, они едут? Кто-то откроет, что вы едете. Не выключи. Выключай. Я с тобой буду разговаривать. Я вам так все объясню. Полное имеет право тебя задержать. Серьезно? Да. Только полиция. Какая полиция? Мы служба безопасности. Подожди, у меня рука, слышишь? Люха, пошли в комнату. Слышишь, я в комнату не пойду. Можешь оставить вот этого слишком шикарно. Слышишь? Уберите руки! Держи камень! Давай. Наручники у вас тут. Здесь что делать? Там снимать, здесь снимать. Смотрите.